Приветствую вас, мои прекрасные зрители. Хочу с вами поделиться интересной находкой на сайте AliExpress. Это пленка для окна, защита от ультрафиолетовых лучей. Упакована она неплохо, в пути не помялась, хотя продавец писал, что если пленка в пути помнется, то залом легко разгладить. Для этого продавец положил специальный шпатель. Я заказала себе две пленки на два окна. У продавца большой выбор размерной сетки этого товара. На упаковке есть QR-код и информация о продавце. Давайте распакуем пленку и проверим, нет ли брака. С обратной стороны упаковки есть детские наклейки. Их можно приклеить на шкафчик ребенка или в его тетрадь. Не знаю, что это за персонажи, думаю, детям видней. Рассмотрим пленку. Она плотная, матовая, слегка шершавая, имеет легкий химический запах. Рисунок четкий, не размытый. Эта пленка клеится легко, просто надо слегка увлажнить поверхность стекла, приложить к нему пленку и специальным шпателем аккуратненько разгладить заломы. Также эта пленка легко снимается с стекла, при этом его не повреждая. Например, эту пленку можно клеить на лето. Пленка плотная, и солнечные лучи сквозь нее не проникают в ваш дом. А к зиме пленку можно снять и хранить до следующего лета. Итак, посмотрим, что у меня получилось. Наклеила я ее по инструкциям. Процесс наклейки занял минимум времени. С размерами я чуть-чуть не угадала, но не страшно. Сквозь пленку совсем не видна улица, солнечные лучи она почти не пропускает, пленка не нагревается, благодаря ей в помещении не жарко. Продавец утверждает, что срок годности у нее более 5 лет, и за это время она не выгорает. Также, если ваше стекло случайно разобьется, то эта пленка предотвратит разлетание осколков. Мои прекрасные зрители, надеюсь, моя находка вам понравилась и это видео для вас было полезным.